Диалоги о животных. Как известно, кукушка обыкновенная, кукули обыкновенус, относится к подразряду пернатых и знаменита тем, что подбрасывает свои яйца в гнезда к другим птицам. Но особенно весело это получается у самцов. Вот так. Обыкновенус. Диалоги о животных. Опытный охотник всегда безошибочно определит возраст медведя по количеству засосов на его лапе. А при встрече один на один с хищником не растеряется и пососет его лапу, дабы усыпить косматого. Come on. Bum, bum. Зимуют белки-летяки. Эти пушистые проныры делятся на два подвида: белки-планерюки и белки-дельто-планерюки. Каждый зоолог-натурал должен твердо знать, что горилка – это не украинская водка, а маленькая, веселая обезьянка –